Одним солнечным днем обычная себе семейка жарила барбекю. Как вдруг увидели в небе то ли метеорит, то ли не пойми что. Ну, в общем, оно сильно быстро падало и горело. Ударившись об землю, произошел огромный взрыв, почти как у ядерной бомбы. Семья удивилась, что это, есть ли там кто-то живой? Но никто не откликался. Тогда они подобрались поближе. Дедушка сказал, это нечистая сила. А папа сказал, давайте-ка спустимся посмотрим. Залезли они вовнутрь и увидели какую-то слизь, похожую на ванильное желе. Но вдруг зазвучал вой сирен. Это приехали спецслужбы, сказали всем оставаться на своих местах, никому не двигаться. Они взяли всю семейку и заперли в их доме, сказали, что у вас карантин. Вдруг что-то стало происходить с семейкой, они стали превращаться в зомби. И тогда спецслужбы забрали маленькую девочку, сказав, что она послужит науке. И остался лишь ее любимый леденец лежать на полу. Вот такая вот жуткая история, ребят. Довольно страшная. Это видео про игру, которая называется «Семейка зомби». Смысл этой игры – помочь семье добраться до своей любимой маленькой дочки и спасти ее. Для этого нужно будет пройти огромное количество уровней каждым членам семьи. И вот такие смешные заставки будут перед каждым уровнем. Собачка держит руку зомби и говорит, что сегодня не свежее мясо. Малышка Эмили вечно разбрасывает свои конфеты. Чтобы ее найти, мы должны идти по следам конфет. В каждом уровне собирать конфетки и таким образом добраться до нее. Пяу! Вот так вот папа-зомби ударяет лопатой своего сыночка-зомби. Ну, ему же не больно, потому что он зомби. И он добирается до конфетки. Следующий уровень, и будем добираться до следующей конфетки. Эта, кстати, игра очень сильно похожа на игру «Злые птички» Angry Birds. Ну и много таких игр уже стало выпускаться. Вот так вот направление мы выбираем. Нам нужно еще все звездочки собрать. Пау! Эх, не получилось собрать все 3 звездочки. Собрали лишь только 1. Но все равно победили. Можно и так пройти, не собрав 3 звездочки, но лучше, конечно, если вы будете собирать все звездочки, тогда в рейтинге вы будете намного выше и сможете соревноваться со своими друзьями или даже с ребятами, которые живут в других странах. Пум, вот так вот долетаем. И не туда мы свалились. Кстати, после каждого удара мы выбираем, наш мальчик может прыгать вправо или влево, но нам это не помогло, и он не долетел до... Съели пиццу, кстати, и можно опять прыгать. Здесь супер возможности съесть пиццу, чтобы опять можно было прыгать, там, взять прицел для папы. Ну и еще другие штучки интересные. Ну, давайте попробуем переиграть этот уровень. Так, иди сюда, мальчик. Так, нам нужно чуть повыше стрелять. Вот так. Эх, первую звездочку все равно взять не получилось. Ну хотя бы до леденца долететь. Да, до леденца мы долетим. Ну вот такая вот, ребята, игра. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Ну и скачивайте эту игру и играйте в нее. Спасибо за просмотр. Пока-пока.